Слово «донор» произошло от латинского «дарить». Самый знаменитый донор дарил кровь 1173 раза. Правда ли, что доноры меньше болеют и какие привилегии получают? Узнаем из программы «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии директор областной станции переливания крови Сергей Кузнецов. Программа «Звоните доктору». Смотрите 20 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».